всем ни хао, hello, привет, здравствуйте. Сегодня у нас на распаковке будет вот такая вот замечательная посылка. Давайте посмотрим, что внутри. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. А внутри у нас вот такая вот приблуда металлическая. Все вот так вот упаковано в пупырку. И это, друзья, вот такой вот инструмент, который предназначен для регулировки высоты плитки, строительной плитки, напольной. Выполнена она полностью из нержавеющей стали. Вот так вот выглядит все. Здесь пружина стоит. Все это у нас крутится, вертится. Выставляете, как вам нужно. Также он служит для выравнивания плиты. Здесь есть вот такой вот рычаг, которым вы поднимаете сам вот этот механизм. Это у нас регулируется так, высота локатора. И чтобы спустить, нажимаете вот этот вот подпружиненный рычаг. Ну и так же самое дальше ставите. И вот так вот работаете. Максимальная нагрузка 100 кг. А диапазон регулировки высоты от 10 до 100 мм. Ни разу я такой штуковиной не пользовался. Выполнено, конечно, так себе. Здесь есть вот какая-то грязь. Ну это просто металл не отшлифованный. Но в принципе за свои деньги, как оно стоит, а стоит оно около 12-14 долларов, можно в принципе это все простить. Сейчас я вам вставлю кадры, как примерно такой же инструмент работает. Можете посмотреть, если вам такая штука нужна, ссылка будет в описании. Ну а вам скажу хорошего настроения, хорошего дня, пока! Легко быть богом.